Всем привет, пацаны! Злой школьник, как всегда, с вами. Здорово, братаны! Димейшн Продакшн с вами. И сегодня у нас самая крутая и самая мощная войс-заруба. Так! Давай. Вырубаю школьника и рву его в этой зарубе. И сегодня у нас, друзья, просто жесткая еда, несовместимая. Никто так не ест, а мы съедим. Это гамбургер или чизбургер. Вот, смотрите. Вот с такой начинкой охеренной. Это, короче, тут у нас получается колбаска, да? Или как это? Шинка? Да. Шинка, сыр, огурчики, блин, и еще какой-то лавровый лист, короче. И мы будем это есть сгущенным молоком. У каждого реально... По бутылочке сгущенного молочка, по бутылочке фанты и по три банана. И сейчас мы на перегонки это будем есть. Но перед просмотром нашего ролика просим вас, братишки, подписаться на канал. Это, ребят, самое главное, потому что нас смотрит 70% без подписки. А это жестко. Это жестко, друзья. Давайте вы нас поддержите, а мы вас будем еще чаще радовать крутыми, охеренными зарубами. А сейчас по старинке Димон порвет школьника. Друзья, победитель у нас получает 50 гривен, потому что реально сейчас с баблом напряг. Поэтому... Блин, а что уже 50? С баблом напряг нахрен. Проигравший делает 23 отжимания. Ну что, ты готов? Короче, три банана. Это херня. Да поможет сила пнула. А шо снимал? А шо снимал? А, ненормально. Льется? Я сразу буду. Короче, надо все доедать. Кто не доест до конца? Я не выпиваю вот эту. Если не выпиваешь, если ты проигрываешь и не выпиваешь это до конца, то значит тебе еще плюс 17 штрафных отжиманий. Да, итого да, выходит 23 плюс 17, 30-40 отжиманий. Ну что, готов? Да. Да поможет сила Димейшна Продакшна. Так. Так. Я готов. Раз, два, три. Вкусно, чепуха. Холодно. О, бля. Это жестко. Пол-литра сгущенки, это жестко. Да? На жопу залепит.
Бананы еще лезут, но это... Бананы какие-то не сладкие. Соленые какие-то. Зеленые. Дурак. Выбирай в следующий раз. Желтые бананы, а не зеленые. Пойдет. Ох, блин, тяжело. Да. Жестко тяжело. Скажи. Рыбалка хода. Мало, смотри, не стругани. Я тоже чуть не струганул. Фу. Она когда... О, но... да не, это что? А? Давай, не буха. Надо присесть. И полночку выдвинуть можно. И буркануть. Ебо. Что такое? Живот от... Ты дурак, я сейчас тебя блядь. Не рыгай, тебя же люди простили. Блин, столько подписчиков. Да, на тебя люди смотрят, веди себя прилично, блин. Угу, начинается отрыжка. Желудок ругается. Не матерись, малый, ты же не слышишь, что ты маты говоришь. Перемешка вообще мне не понравилась. О, жесткая херня, пацаны. Реально говорю. Я стругать, наверное, потом. А чё она так стругать хочется? Чё-то стругать так хочется. Лётик, мам. Короче, знаете прикол? Мы пока эту зарубу хотели снять. 2 часа сидели в темноте, у нас выключили свет, нахрен. То включат, то выключат.
короче, жестко. Уже 10 часов вечера, мы сегодня хотели стрим провести. Но вот только свет дали, ё-моё. Друзья, это так реально мерзко. Я пас. Школьник сдался. Говорит, я пас. Слабачок. Блин, не пойму, что мне так смешно реально. Как будто вставила она. Вы слышали? Я думаю, вы слышали. Когда он начал убегать, такой говорит, я пас. Это жестко реально. Но он не доел, у него осталось. Но у меня больше еще. Не знаю, смогу ли схавать. Но вообще-то я уже победил, так как он сдался. Побежал рыгать. Я уже победитель. Но я попробую осилить ее. Я пас. Ой, блин, фу, жесткая тема. Ох, блин, чё? Чё она такая противная, блин? Что, ты уже всё? Бля, там того, я не добежал. Бля, у меня же слезы. Все. Ты проиграл уже. Чего? Ты сдался. Я победил. А что такое? Я, короче, у меня полностью наполнился. Я просто до кустов добегаю. И все. Вот тут прямо из-за порога. Фу, а чё она такая мерзкая? А ты мерзкая? Да нет, какая разница какая. Просто реально много гущёнки не съешь. Ну, жалко, блин, что это такое? Будешь? Нет. Шо вы там? Бургер? Гамбургер? Чизбургер, блин. Ну все, я доел, у меня чуть-чуть осталось. Сейчас последний рывок. Малый, ты тут накрышил свинюка. На новом ламинате. Я говорю, нахер мне надо. Это жесткая тема сгущенка. Да давай, тебя люди не увидят. Сиди, блин. Так, блин, так херово. Херово? Ой, блин, даже не вроде. Не, ну оно реально, друзья, херово, блин. Потому что я вот сейчас через силу пытаюсь запихнуть. Ты мне сейчас рядом не нападешь. Я? Ты слышишь? Я еще могу выиграть. Ну давай. О! Все. Это тоже?
Короче. Ничья. Боевая. Слышь, а тебе нету такого чувства, как будто встали ломаться? Нет? Не могу. Я еще твоему. Кого? Дуплянуть? А ну. Я вот если дуплянешь, то тогда малый победил. У меня живот болит, смеяться будет. Тебе надо мало сниматься в этой теме, понял? Вот, слышь, на ламинат не ляпать, дебил, блин. Ну, теперь да. Теперь реально малый победил, базар не надо. Шо, вставил? Это, блин, походу, ядреная, блин. Это хреня. Ядреная смесь, да, мама? О, да ну нахер такой. Фу, ну у меня живот реально болит конкретно. Как себя чувствуешь? Я нормально. Друзья, посмотрите, малого не вставила? Да блин, я порвал нормально. Ну, Кер, такое чувство, что ты, блин, что тут за капли, ты дебил, я тебе говорю. Ламинат не любит, мокрый. Да? Ты шо, уписалась, свинюка? А он тоже там мокрый, смотри. Короче, я буду отжиматься, ну, видимо. Я думаю, людям видно. Да нет, давай я возьму. Не надо, нормально. Нормально. Чего? Давай нормально. Слышь, видно. Нормально, мало, не мешай. Смотри, на одной руке. Кирячь, мать. На одной руке, беда? Смотри, руки. Ты его везешь? Подожди, я тут там. Все, в общем, друзья. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставим лайк, подписываемся на канал, ребят. Других пальцев у нас нету, только лайки. Не повторяйся, мартышка, ё-моё. Короче, друзья. Блин, понял, пошатался туда-сюда, живот в животе расшатал, блин, а сейчас обкекаюсь. Вот такой крутой, позитивный ролик у нас получился. Ну, вы знаете, что делать. Всем спасибо за просмотр. Всем аривидерчик. Напишите, как вы считаете, кто победил. Ну, понятно, что школьник, да? Но хотя ты рыгал, понял, ты опустошил желудок, получается, и ел. А я все в одну топку закидывал. Поэтому я могу обосраться при мне, да? А ты можешь уписаться. А, блин, ну, это твое же время. Ты мог бы пойти порыгать тоже. У нас нету таких условий. Не сходить порыгать. Теперь уже есть. Ну да. В кодексе зарубы уже написано. Типа, если хочешь, можешь быстро выбежать порыгать и вернуться на зарубу. Да. Ничего себе. Ну не все, всем спасибо за просмотр. Еще раз ставим лайки. Подписываемся на канал. Я побежал рыгать. Все, братишки, аривидерчи, бо я рыгаюсь. Чао. Пушечка.